Есть два художника. Если вы никогда не видели этих двух художников, обязательно найдите их и посмотрите. Это мастера работы в Сангине. Яковлев и Шухаев. Альтер-эго друг друга. Сангина начинает работать красивой только в том случае, если вы пальцем потрете полосочку, которую вы провели, больше 20 раз. То есть вам нужно сделать так, чтобы линию, которую вы провели, вы растерли пальцем. Из-за этого поверхность становится сложной, как будто бы она сделана нерукотворно. Поэтому любая линия, которая вам нравится и которая нужна, чтобы была плотной, ее нужно провести как минимум 20 раз. Ну, считайте 20 движений, за счет этого вы получаете другую плотность формы. И при этом вы можете дальше поверх нее снова наносить материал, снова наносить структуру, и она точно так же легко подтирается ластиком, точно так же легко подтирается следующим пространством. Есть всегда возможность уплотнять материал. Сангина не будет такой легковесной, до предела доведенной. Это тот принцип, который мы используем.